14 мая творческий коллектив КДЦ «Радуга» в Краснозаводске провел 8-й открытый фестиваль творчества и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», который традиционно состоялся в Сергиево-Посадском округе. Были соревнования по бочи, джаколу, шаффлборду, дартсу и отжиманию. В этом году приняли участие коллективы клуба инвалидов-колясочников «Сергий», Ходьковской школы-интерната, коррекционной школы номер 7, семейного центра «Сергиево-Посадский», Сергиево-Посадского социально-экономического техникума, Сергиево-Посадского общества слепых, спортивно-оздоровительной группы «Мечта». Победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами. В награждении принял участие депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Денис Иудин.